Сюда, а вот и вот здесь прямо укрепки пошла. А кто это пошел? 12 октября, воскресенье, спустя месяц и пару дней начинается доигровка отложенного 7-го решающего матча российской серии 2014 между командами спортшколы 42 и Сергея. Ситуация в игре следующая. Мы с 9-го инга, они выступают в счете 1 ран, 8-7 в пользу северных звезд, но матч был прерван в ситуации 0 аутов и полные базы в атаке спортшколы 42. Если в данный момент. Итак, игра возобновляется в 2 часа 7 минут. Судья в доме Чумаков, в квадрате Сидоров, на бите Андрей Шевченко, а питчер, новый питчер Антон Кузнецов. Поехали. Терри пас 9 килом, очень далекий первый бол. Где играет квадрат? Квадрат играет вовнутрь. Middle infield на зеленке. Дальше Бакалец, но его не будет, должен кто-то его менять. Низкий прямой, двойка, страйкоут, one and one. Для ничьи спортшколы нужен один ран, как минимум, для победы два. Прямой, 9 справа. Маленький хвост, бол. Хорошая игра, глаз хороший, давай. Где играет аутфилд? Аутфилд играет глубоко, даже правый филдер. 70 лет, блядь, ну, игрезина. 2-1. Ой, 9-й сверху прямой. Невнятный замах получился у бьющего. Вынул на место, 2-2. Через Луган, блядь. Готовится Самчук вместо Бакальца. Ох, breaking ball inside. Слайдер, страйкаут, свинг. На биту выходит пинч-хиттер Виктор Самчук. А где играет квадрат? Middle infield на глубине double play. Outfield. Все там же, углы на кромке травы. Один аут. Сет. Прямой 9 килом, первый бол. Прямой, где-то близко к центру, страйк Лукин, one and one. Затем лидов баттер Кирилл Чермашенцев. Интересно, что леворукий второй бейсмен играет ближе к дырке 4-3 у северных звезд. О! Бэтспид замороженный у обоих бьющих. Фастбол центра опоздал. Промах. Слайдер в инсайде мог бы помочь. Но там, по-моему, был болой на Шевченко. Так, наконец-то. Дефенсив снег с ближним фаста. Фалбэк. И вместо воротили на 27 номер молодой кетчер играет. Ой, прямой выше зоны, страйкаут, свинг. Два аут. Северным звездам остается сделать один аут. И команда впервые станет победителем чемпионата России. Но на бите Кирилл Чермашенцев. Лидов баттер. Один из самых стабильных и продуктивных игроков
Команда спортшколы 42 набить. За ним Андрей Лобанов. 2 первых бьющих были не очень готовы играть прямой. 9 минут далеко от зоны первый бал. Да, теперь ситуация намного упростилась, квадрат далеко. Но большая дырка 4-3. И правый филд играет глубоко. Прямой 9 справа бол, маленький хвост, 2 бола. Первый раз 2 бола и 0 страйков. Такая разница. В пользу бьющего Кузнецова сейчас. Два бола. Давай, сейчас зона будет. Правый филд нас ждет. Прямой мисс Злоу. Ой, кто это был? Понятно. Ну, это страйк объявлен. 2-1. Кирюх, давай, выноси! Ну, хорошо, что бьющий, по крайней мере, не махнул на этот трудный мяч. Тем более, что он очень был похож на бой. Ух ты, ближний пас, найс трейд. Где бьющий все-таки запоздал. Чунчук. Сет. Показ по дальней зоне. Бой! Прямой 9 сверху. И это страйкаут Свинин. 2 часа 13 минут. Северные звезды одерживают победу в решающей 7-й игре со счетом 8-7. 3 страйкаута подряд. Причем все 3 решающих страйка были похожи на болы. Итак, бейсбольный сезон наконец-то завершен. Видимо, не кого же там качает? Соловьёва, что ли? Так, что у нас происходит здесь? Да, команда спортшколы 42, к сожалению, пришел я поздно. Ремонтные работы на ленинградском направлении удлинили путь электрический аж 2 раза. Не видел я, что там было на BP, но бьющие были, откровенно говоря, вялыми. Можно сказать, что месячный перерыв на пользу команды спортшколы не пошел. Ну что же, пока, может быть, будет награждение. Стол накрывает. Красиво. Ты должен поделиться опытом. Как ты внедрился? Вообще-то хоть бы раз тоже. Ну, это все, что было.